Привет! Короче, совсем недавно мне тут под одним видосом предложили очень интересную идею. Это забиндить на мышку ходьбу. Вот, но я решил кое-что усложнить. Короче, смотрим. В общем, ребят, взгляните на это управление. Ну, вы понимаете, да, что у меня сейчас будет? Короче, объясню вкратце. Вот это у меня бегать. Ну, то есть это кнопка у меня шифта, вот эта оранжевенькая хрень. ПКМ, ЛКМ остались соответственно. Колесо вверх это перезарядка, колесо вниз это прыжок. Вот эта кнопка это взаимодействие, то есть вот это ближнее к вам. И вот эта кнопка это ходить вперед. То есть я нажимаю вперед и нажимаю оранжевую кнопку, я бегаю. Подбегаю, нажимаю вот эту кнопку, опа, даю подсад на 1-2 пальца, соответственно. Встаю с нее точно так же, иду, ну и прыгаю, соответственно. Ну, вроде все должно быть легко, но моя-то задача это что? Не сыграть в минус и на 12-й лиге, на РМК. Ну, посмотрим сейчас, что получится, ну. Я сделал рандомный крушитель на мясорубке. Я не знаю, как это получилось, но я двигался как урод, и вы можете это заметить будет со стороны, когда я вам покажу его. Так, о, вот это наши клиенты. Учитывая, что я сейчас буду играть с одной рукой, это будет сложно, мне кажется. Еще вангую следующие комментарии. Костя, запиши, играя без клавиатуры, 1 против 5. Бля, ну это будет совсем уже маразм. Да, ну я чувствую, будет весело. Я единственное, что нажму Escape, и когда мертвый, буду нажимать Tab, чтобы смотреть, сколько вообще игроков. А, ну то есть, да, я все это не продемонстрировал. У меня тут рука, вот она, собственно, лежит. Чуваки, в общем, в двух словах о новых подгонах от админов Warface. Сейчас всем новым аккаунтам выдают комплект пушек Галактика сроком на 15 дней. Это отличный буст для старта. Что для этого нужно сделать? Переходишь на Mail.ru, создаешь новый аккаунт. Далее переходишь по первой ссылке в описании, заходишь на этот сайт и жмешь кнопку зарегистрироваться. Далее заходишь в игру, проходишь обучение, и весь этот комплект пушек уже ждет тебя на складе. Ну а випку для более быстрой прокачки ты можешь получить на сайте, привязав телефон. Но если вдруг тебя интересуют другие плюшки, то перейди в описание и выбери, что твоей душе угодно. Давай, в общем, самая имбовая полуавтоматическая снайперка тебя ждет. Ты знаешь, что делать. Поехали. Моя задача не сыграть в минус. Да, можно пойти на подсад, кстати говоря. Опа! И дали? Че могу? Я бы сейчас написал Q, но я же, типа, принципиально не использую клавиатуру. Рука, если что, вот моя. Ну, то есть я все это время буду бегать. Один раунд, давайте я сыграю, покажу вам. Хоть чтобы... А то, чтобы не было комментариев. О, да он там играл с рукой второй. Опа. Я завис. Оп. И он отвис. А, ну он же стоял. Опа! Видали? Что могу? Так, прыжок, перезарядка. Иду. Иду перелазить в респу. Сложность в том, что мне нужно еще думать, какие кнопки мне нужно сейчас нажать, чтобы сделать то или иное действие. Ну, конечно, можно, может быть, это все можно довести до автоматизма. Но это, наверное, очень сложно. Ку-ку, ёпта. Интересно было бы, наверное, поиграть за снайпера вот так вот, таким вот образом. Если вам, в принципе, зайдет, то я могу сыграть это и за снайпера, и за медика. Ну и, соответственно, моя задача будет тоже не сыграть в минус. И, может быть, даже попробую сыграть на первой лиге. Но чтобы особо не руинить ребятам, я буду играть. Я буду играть с этим. Как его? А, медиком, во! Кнопка мышки 3. С медиум с прицела выйди. Приколись до хрена, я смотрю. Мне интересно, слышишь вообще, нет? У меня кнопки подката-то нет. Ага, а кнопки подката-то у меня нету. А я хотел к нему закатиться в подкат и залететь туда. Ну ладно. Я, кстати, даже вот в такие места я даже пройти не могу. Я об этом даже не подумал. У меня нет кнопки присяди. Ну ладно. Куда, чего вот они делают? Типа, почему не сдыхают? Если я сыграю еще лучше них, то это вообще будет позор. Смотри, обманка. Как мне подвинуться? Во. Блин, ну я проиграю раунд сейчас. Ну как я должен это тащить? Ну алё, я элементарно вправо-лево подвинуться не могу даже. Ай, ладно, поехали.
Неудобно, блин, наводиться даже элементарно, потому что приходится еще кучу разных кнопок держать рукой. Что у нас вообще? 1-5, 3-2, 2-4, 4-3. 10-3 я иду. Учитывая то, что я играю без клавиатуры. Ладно. Он в зуме ходит. Ну ни хрена, вот эта вот тактика мне нравится. Тупо в зуме бегать, прыгать, убивать. Я не знаю, как их убивать сейчас. Ну, типа, я один убиваю, они ничего не делают. Ладно, что? Команду не выбирают, как говорится. Вот что самое забавное, я не могу в бок подвинуться. Вот. Выйди. Выходи стреляться. Да, бля. Выходи стреляться. Конечно, ты выйдешь. Когда я уже отошел. На! Этот раунд... Ой, найс. Так, ну у них на самом деле ребята тоже не шибко-то и хорошо играют. У них, типа, единственное, что медик ресает. Ладно, в общем, все сложно. 12-я лига, типа, все дела. Я знал, что он придет. Мечел. Ха! Наипали, дурочка, за 4 кулачка. Ладно, счет 3-3 тем временем. Это можно выиграть, я думаю. Я надеюсь, что у меня в этот раз хотя бы все пишется, потому что я уже записал одну катку. Она получилась очень забавной, но типа... Ну, со справа чел топает. Он прям вот тут, что ли? Нет. Значит, он к нам сейчас отсюда выйдет. А вот он уже и вышел. Перезарядка. Оп, прыжок. Прыжок, хоп. 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 Где люди? Как узнать, сколько человек? Бомба потеряна. Ну, была, не была. Будем считать, что он один. Не один. Да. Так, надо, короче, сейчас следить еще за киллбаром, помимо того, что я сейчас делаю. Потому что я никогда не знаю, я сколько против меня врагов. Я не могу грамотно расценивать свои силы, возможности и тактические действия какие-то. Типа, просто бегать на шару? Ну, такое. Я не из тех, кто просто бегает на шару. Хотя иногда бывает. Иногда мне так похрен. Походу. Ага, четырех убили уже. Понял. Так, вот он на подсаде. Нет, он во втором ангаре. Хоба! Оставь мне его. Да! А у нас почему троллошка бегает и пытается... Хотя, последний. Похрен. Последнего можно и на нож пырнуть, да? На кукан. Смотрите, тактика изюбря. Показываю один раз. Выходишь вот так. Хоба! Никого нет. Они к нам в спину идут. Разворачиваешься и укус дракона делаешь. Не. Чел в гладиаторе с АК 12 развалил. У-у-у. Машина, да? Я знаю, где он. Он вот тут. Бомба потеряна. Бомба взята. Знали бы они, с чем я их убиваю, им бы стало стыдно. Ну давай. Хоба. Им бы стало очень стыдно, если бы они знали, с чем я... Что я играю только рукой, одной, без клавиатуры. Охренеть не встать. Ребят, в комментариях напишите, сыграть ли мне таким образом за снайпера или за медика. Обязательно. Потому что, ну, типа, без клавиатуры это довольно-таки интересная такое, скажем, довольно интересная практика, вот. Без меча у вас ноль шансов, раки. Вот это медич на самом деле такой себе. Ладно, в общем, огромное вам спасибо за просмотр, я надеюсь, вам это зайдет.
Если зайдет, то я буду практиковать дальше. И буду тренироваться. И может быть еще что-нибудь там наснимаю, типа на мясорубке и т.д. и т.п. Все,